от правительства Москвы вы награждаетесь дипломом за большой личный вклад в укрепление дружбы народов между азербайджанскими и русскими народами, достижения в области образования, пропаганды, культурных и духовных ценностей. Поздравляем вас. Спасибо огромное, спасибо. Слово представляется для поздравления представителю Современной гуманитарной академии Бечневой Олесе Валерьевне. Пожалуйста. От всей души поздравляем вас с юбилеем. Возглавляемый вами Азербайджанский международный университет хорошо известен своей динамичной работой, высокой культурой студентов, прекрасной учебно-методической базой. Мы считаем, что АМУ – составная часть того мирового потенциала, который на основе частной инициативы и международных подходов готовит современную молодежь к жизни. Желаем вам, уважаемый Ильшат Исламович, новых высот в деле, развития образования, успехов, здоровья и благополучия и еще большого-большого счастья. Это от Современной гуманитарной академии. И еще одно поздравление. От Азероса будет. Дорогой Ильшат Исламоглы, сердечно поздравляем вас с 55-летием. Азербайджанцы, проживающие в России и за ее пределами, хорошо знают вас. Известного ученого, неутомимого организатора, ректора крупнейшего частного вуза на территории стран СНГ. Особая благодарность и низкий поклон вам за то, что благодаря вашей настойчивости открыт московский филиал АМУ, который мы рассматриваем не только как центр подготовки кадров для стран СНГ, но и вместе общественной диаспоры, сохранения азербайджанской культуры, поддержания высокого духа нации. Желаем вам неутомимой энергии, бодрости духа, вдохновений и новых достижений в образовании на благо процветания нашей Родины. Спасибо вам. Большое спасибо. Слово представляется Дилара Ханум, пожалуйста. Я от души поздравляю Ильшат Малема, во-первых, с его юбилеем, а во-вторых, с 15-летием юбилея нашего университета. Я поздравляю весь профессорский коллектив и педагогический коллектив университета. Ильшат Малема, самое ценное для человека – это его здоровье. Я вам желаю здоровья от имени нашего коллектива, от коллектива медицинского центра Международного университета, за то, что вам нам сделали огромный вклад в медицине. Благодаря вам мы достигли очень многого. И надеюсь, всеми с вами успехом, мы будем еще вас радовать. Я вас от души поздравляю. Еще раз поздравляю вас всех. Желаю вам всем здоровья, успехов. Спасибо. Спасибо огромное. Народный художник, профессор Рафик Мехтиев. Пожалуйста, Рафик Мехтиев. У Рафик Мехтиева есть тоже поздравительное слово на имя посла Российской Федерации. Пожалуйста. Aziz dostlar, siz onu bilin ki, hayat ile kurulup ki, bütün hayat incesanatla bağlıdır. Sizler, bizler onunla bağlıyız. Ona göre bugün bizim aşağıda açılan sergi buna bariz numunedir. Yani 15 illiğe ait bizim Azerbaycan Beynəlxalq Üniversitesi'nin talebeleri güzel işlerle iştirak edirlər. Mən xahiş edirəm hamımızdan. Bundan sonra vaxtınız olsa o işlərə baxarsınız. Baxın, görün, sizin həmkarlarınız nə qədər irəli gediblər, nə qədər bacarılıdırlar. Bugün, niyə mən bugündə, bugünü sizin
ve bizleri tebrik etmek için biz gelmişiz. Ona göre ki hayat çok güzeldir. Sənət de güzeldir. Size bir nümunə diyebilirim. İndi mən bağışladığım işin yarısı Van Gogh'un işi. Van Gogh'un işi. Bu yaxınlarda keçen 267 milyona satılıb. Bu işlerde, bu işlerde Allah koysa bir 40 ildən, 50 ildən sonra 267 milyon olmasa da 100 milyona satılacaktır. Дорогой, посел, я от имени коллектива, от имени Эршад Мэллима, от всего, как художника, поздравляю вас с такой работой, которую вы когда-то через 50 лет, вы... А! Правильно, правильно. Не продадите. Ну, а... Еще раз поздравляю. Поздравляет вот наш, пожалуйста, подождите, пожалуйста, Валентина Васильевна, сотрудник московского филиала Азербайджанского международного университета, тоже вот работа профессора народного художника Рафика Мехьева, пожалуйста. Я тоже вас поздравляю от души. Пусть это будет вечный цвет для вас. Да, лишнее. У меня есть подпись. Прекрасно. Директор международного колледжа, пожалуйста. Sonra kimin hediyesi kime varsa gelsin bacas. Görürüm orada bir iki nefer de gül var ki kim gelirse gelsin karşılığım. Hürmetli profesörler, talebeler, Beynəlxalq Universitetin Azerbaycan Respublikasında yaranması bir hadise idi. Bugün o hadisenin 15 illiğini biz tantanalı süratle qeyd edirik. Bu institutun yaranmasında bütün profesörlerin əməyi olmaqla bərabər Elşad Abdullayevin böyük xidmətləri vardı. Ona görə də bu hadisədə iştirak edənlərin hamısını mən təbrik edirəm. O cümlədən Elşad Abdullayevi də. Çünki Elşad Abdullayev Allahın qüdrəti ilə yaranmış bir insandır. Allah Taala həmişə onu bütün bədxahlardan hifz edəcək. Beynəlxalq Kollecin adından mən təbrik edirəm və bizim tələbələrin hazırladığı balaca bir hediyeni size takdim edeceğim. Çok sağ olun. Bu da Cənab Prezidentin şəklidir. Bunu da biz hazırlamışız, size takdim edirik. Həmişə siz yükseklerdəsiniz. Bizim üstün şan şöhreti yükseklerden yazsın. Çok sağ olun. Подарок послу Российской Федерации, пожалуйста. Вот это ковер президента Азербайджанской Республики Хамалиева, пожалуйста. Вам тоже большой подарок, пожалуйста. Посольство. Чимин Рейнде на сөзі баса десин. Сау, сау, Лючар ханым. Сөзі дейді. Çox hörmətli Elşad müəllim, qonaqlarımız və bizim professor müəllim heyətimiz, tələbələrimiz, sizin hamınızı Azərbaycan Beynəlxalq Universitetinin 15 illik yubileyi münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Sizə uğurlar və can sağlığı arzulayıram. Sağ olun, Mişəl xanım, sağ olun. Elmir xanım, buyurun. Hörmətli rektor, hörmətli qonaqlar və tədbir iştirakçıları, bugün bizim üçün iki qat bayramdır. Ona görə ki, həm bizim Moskvadan qonaqlarımız
Москва филиалının ректоры burada iştirak edir, bizim səfirimiz burada iştirak edir, Rusiyanın Azərbaycandakı səfiri və eyni zamanda bizim 15 yaşımız tamam olur. Elşad müəllim, mənim sözlərimin hamısı sizədir. Bu 15 ildə, 15 il öncə Azərbaycan Beynəlxalq Universiteti adlı bir universitet fəaliyyət göstərmirdi. Və mikrorayonda daşlı qalaqlı bir zibilliyin içərisində Azərbaycanın ən görkəmli, ən mərk bir oğlu qollarını çırmalayıb, bəli, Azərbaycan Beynəlxalq Universitetini yaratdı. Elşad müəllim, eşq olsun sizə. Və bugün İstər Azərbaycanın daxili və xarici siyasətində, istər Azərbaycanımızın inkişafında, istər Azərbaycan haqqında yazdığınız hüquqi sahədə, qalaq-qalaq kitablarınız Azərbaycan dövlətinin inkişafında özünü göstərir. Elşad müəllim, qoy sizə ulu tanrı, bundan sonra da 15 il yox, 20 il, 30 il Azərbaycan dövlətinin inkişafına kömək eləməyi bəxş etsin və Azərbaycan Beynəlxalq Universiteti, mən əminəm ki, nəinki Moskvada, nəinki Dubayda, mən əminəm ki, bütün başqa dünyanın başqa ölkələrində də fəaliyyət göstərəcək, siz yeni-yeni filiallar yaradacaqsınız və Azərbaycan Beynəlxalq Universiteti Azərbaycanı təmsil edəcək. Сау, Эльмира Ханова. Из медицинского корпуса, пожалуйста. Уважаемый ректор, уважаемые гости, мы приветствуем вас в стенах нашего родного университета. То, что вы здесь, эти такие высокие гости у нас, это большое доверие, это уважение к университету, это заслуга, конечно, нашего ректора. Я обращаюсь, 15 лет, казалось бы, 15 лет это не так много, но посмотрите, откуда раздаются наши голоса. Мы и в Москве, мы и в Дубае, Эльшад Мюәллим посетил почти все страны мира. Это все говорит о чем? Это все говорит о том, что Азербайджан процветает. Я обращаюсь к вам, мои дорогие студенты, наша молодежь, вы будущее Азербайджана, учитесь, дерзайте, перед вами такие примеры, как уважаемый академик Хусейн Мюәллим, наш уважаемый ректор. Это примеры неподражаемые. Вы будущее, еще раз повторяю. Так любите Азербайджан, учитесь на благо Азербайджана и сделайте так, что Азербайджан был на всех языках, во всем мире, достиг такого уважения, как наш уважаемый ректор. Большое спасибо вам. Спасибо огромное. Профессор Хатри Абашели. Hörmətli qonaqlar, hörmətli rektor. Bu günlərin bizim universitetin ən əziz günlərindən biridir. Xüsusilə Elşad müəllimə ilə başa düşürəm ki, yaratdığı bu 15 illik məktəbin bir hesabat günüdür, imtihan verdiyi gündür. Elşad müəllim, siz bu 15 ildən uzaq çıxdınız, bu imtihandan alına açıq çıxdınız. Mən arzu edirəm ki, bu kollektivlə, bu müəllim professor heyəti ilə, gələn qonaqlarımızla bu universitetin uzun illər yubileyləri mühtəşəm şəkildə qeyd olunsun. Siz onun başında dayanasınız, sizə can sağlığı, uzun ömür arzulayıram. Təbrik edirəm. Sağ olun, Xatirə xanım. Buyur, özünüzü təqdim edin. Azərbaycan Beynəlxalq Universitetinin Jurnalistika Fakültəsinin tələbəsi Alışova Pərvin. Eşad müəllim, sizi təbrik edirəm, müəllimləri təbrik edirəm, qonaqlarımızı təbrik edirəm. Mən çox sevinirəm ki, abudu oxuyuram. Abu ilə fəxr edirəm, həmişə də fəxr edirəm. Sağ olun, sağ olun, təşəkkür edirəm. Пожалуйста. Дорогие друзья, уже заканчиваем, но у меня секрет есть, я должен его раскрыть. Вот пришла еще одна награда. Нашего ректора поздравляет Совет по общественным наградам Российской Геральдической Палаты. Орден за вклад в просвещение Абдуллаеву Ислату Исламовичу. Я вас поздравляю, дорогой, от имени Геральдической Палаты. Спасибо. Но, к сожалению, они не прибыли, а сейчас передали. Дай Бог вам здоровья. Спасибо. Спасибо. Вот вам постановление, протокол номер 18. Шахназ, пожалуйста, пожалуйста. Дорогой ректор.
ректор и члены собрания. Я хотела сказать, сегодня отмечается 15-летие юбилей Азербайджанского международного университета. Азербайджанский международный университет прошел долгий, успешный и плодотворный путь. За эти время Азербайджанский международный университет создал как в Российской Федерации, так и в Арабских Эмиратах свои филиалы. Азербайджанский международный университет имеет как международный эксперт по внедрению ИКТ высшее образование в Азербайджане. Могу сказать, сделала доклад в Санкт-Петербурге, могу сказать о преимущества в образовании, в обучении, роль ИКТ, Азербайджанский международный университет имеет большой приоритет. Центр дистанционного образования как важен, как в обучении, в образовании, Азербайджанский международный университет планирует создать в будущем с применением протоколов Донской государственный технический университет. Это даст возможность студентам облегчить обучение и плодотворно